Ульяновске завершился региональный этап национального чемпионата профессий «Молодые профессионалы WorldSkills». 2 недели в профессиональном мастерстве состязались школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений. В категории джуниор в компетенции «Ремонт легковых автомобилей» первое место занял ученик 72-й школы, семиклассник Владислав Лемесов. По заданию нужно было на время разобрать двигатель и коробку передач, замерить детали, а в электрике найти неисправность. На все про все у школьников ушло 3 часа. Оказалось, что Влад с заданием справился лучше, чем его соперники. Тренировка сама к этому соревнованию шла месяц. Мне вот, лично мне понравилось все. Интересно тоже много было, как, ну, со всеми, что, чем мы занимались, двигателями, коробками, там, электрикой. Ремонтом машин парень заинтересовался в 9 лет, когда первый раз вместе с папой полез чинить машину. Мне это заинтересовалось, когда у нас первый раз сломалась машина. У нас тогда в этот момент порвался ремень ГРМ, и мы тогда его ремонтировали прямо на обочине дороги, и вот меня это привлекло. Как это все ремонтируется, чинится, как это найти, саму проблему. Увлечение переросло в нечто большее. Молодой человек планирует, что хобби станет профессией, а через несколько лет мечтает открыть свою собственную мастерскую по ремонту машин. Хочу продолжить, точнее, дальше учиться по таким стопам, там, обслуживание разных техники, ну, легковых или, может, даже грузовых автомобилей. Может, даже открыть свою мастерскую. Отдыхать победителю некогда. Сейчас семиклассник вместе с 8-классником Олегом Шуваловым, который занял в этой же номинации 3-е место, готовится к участию в национальном этапе чемпионата профессий. Соревнования пройдут в мае 2019 года в Казани. Мы очень надеемся, что вот такие профессиональные, действительно первые шаги в мир профессий, да, станут в нашей школе, ну, таким хорошим событием, которое будет для ребят, ну, действительно таким подспорьем для выбора профессии и утверждения себя в ней. Кстати, победа в национальном этапе чемпионата гарантирует участие в заключительном этапе состязаний по профмастерству в мировом чемпионате WorldSkills. Желаем удачи нашим ребятам!